настроение? Очень хорошо. Я фокус не пью. Фокусы любите смотреть? Ну, если бесплатно, то да. Никаких проблем. А вот у меня в руке вот такие вот две монеты. Это красная, потом я дам посмотреть. Это красная, это синяя. Так. Видно? Видно. Красная, синяя. В какой руке красная? Нет. Здесь синяя? В какой руке красная? Потом дам посмотреть. В какой руке? Там было, здесь. Нет, здесь тоже синяя. В какой руке красная? Ну, ладно. Нету красной. Нет, вот она красная. Хорошо, сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы вот эти две монеты вот так вот их соединим вместе. Вот так. Синие я забираю вот в эту руку. А в этой руке какая остается? Красная. Ну, красная. Нет, в этой руке обычная монета. А где красная? А красная у меня оказалась вот здесь, вот в кармане. Можно посмотреть? Это была интересная садовая. Понравилось? Продолжим? Ну, наверное. А что? Дальше у нас списки. Я с собой ношу вот этот стаканчик. Держите его. Посмотрите, нормально. Ну да. Вот у меня вот эти же две монеты. Три. Одна, две красные, а вот эта синяя. Так. Я вот эту красную положу себе в карман. Ну да. У меня на руке остается две монеты. Да. Красная и синяя. Да. Мы сейчас вот эти две монетки вот так вот их положим сюда вот в этот стаканчик. Ну, лежат. Лежат. Да. Одна монета. Интересно, можете позвать колонку поближе? Поближе, пожалуйста. Вот обычная колонка. Понятно. Сделано в Америке. Да. Но. Вот здесь нанесены все карты, которые находятся в этой колонке. Выберите любую карту, скажите мне. Я вам ее сейчас же достану. Сказать? Да. 10 буби. 10 буби. Мы сейчас найдем 10 буби. Если она здесь такова имеется, значит я вам сейчас быстренько ее найду. Вот так, 10 буби. Да. Вот она 10. Вот да. Эта карта. Она. Она. Возьмите эту карту, ну, положите вот так вот. И накройте ее коробочкой. Вот этой коробочкой. Я снова показываю всю колоду карт. Да. Ясно. Ну и на этом можно фокус закончить или нет? А что? В чем фокус? А ну переглядите вот эту карту. Вот эта карта, которую вы выбрали, она оказалась синего цвета. Я красный выбирал. Добрый день! Часы ремонтируем? Да. Я фокусник Тим. У фокусников иногда тоже часы останавливаются. Сделайте, отремонтируйте. О, по-моему, я. Что это у вас? Какая интересная веревочка. Вот эти часы. Посмотрите, пожалуйста. Да, эти часы стоят у вас. Да? Можно их отремонтировать? Можно. Сколько это будет стоить? Ну, для вас немного. Сколько? 50 шекелей. Сколько? 50 шекелей. Спасибо. Да. Можно я сейчас рассчитаюсь только одной монетой, остальное потом? Нет, прошу. Нет. Вот у меня вот такая вот волшебная палочка есть. Вот такая волшебная палочка. Я попробую этой волшебной палочкой сейчас рассчитаться. Вот такая монетка. Пойдет?
Большое спасибо, я скоро зайду.